Всем привет, друзья, с вами Виталий Буц. Несмотря на то, что я грущу, что никак не досведется наш третий сингл, не улучшится погода, и беззаконие, и беспредел происходит в нашей стране, я все-таки решил собраться и найти в себе силы записать 44-й выпуск дневника Макорщика, а заодно протестить новый объектив моего оператора Dead Dreams. Возможно, кто-то обратил внимание на мою футболку и задался вопросом, почему я в ней. Об этом я расскажу чуть позже. По традиции начнем с M-News. Двумя новыми треками «Прометей» и «Венера» порадовали своих слушателей питерцы «Оригами». Как вам эти треки, какая из песен понравилась больше, пишите в комментарии. Мне больше понравилась «Венера». Презентация новых треков состоится 16 апреля в Москве. Кстати, билет на этот концерт разыгрывается в шапке в группе No Mercy Radio. 21 апреля в Питере, а также Оригами сыграют 15 апреля в Нижнем Новгороде в компании 7 штук баксов, Кореи и Линии. Также питерцы The Plaxa выпустили клип на песню «Солнце не найти». Этот трек с их крайнего альбома «И поступь, и голос у времени тише». Ребята постарались, ребята молодцы. Ребята и девчата из уже немолодой американской группы I Said To Kill, впрочем, я надеюсь, что вы так эту команду знаете, выпустили новый сингл Break, а также объявили своих новых участников, басистку и гитариста. Вот так вот они сейчас выглядят. И объявили даты тура, я посмотрел у них каждый день в апреле, мае концерты. Не могу сказать, что песня мне прям очень сильно понравилась, какая-то она мазафакерская, но все равно группу эту я очень люблю, за былые заслуги. Также крутаны, также американцы и также отцы Норма Джин, былых заслуг лично для меня хватило бы для того, чтобы уважать эту группу до конца жизни, выпустили новый клип на песню Million Wets. Все круто, мрачно, мощно, парни остаются верны себе и за это им респект. В прошлом выпуске я говорил про Dance Gavin Dance, в этом давайте расскажу о новом клипе Эммы Роуза на песню под названием Sure. Прикольные калининградские парни Tanvi Mail, которых я гонял в своем плеере еще 8 лет назад, выпустили сингл под названием «Глотай дым» с твердым знаком на конце. Хороший скрим, хороший чистый вокал, хорошая музыка. Даже если же дели друг другу как будто специально, и наша дружба погасит огни, как солнце. Насколько я понимаю, сейчас эти парни особо не занимаются Tanvi Mail, а играют в группе под названием Nova, которая сейчас катает тур по Китаю. Это была 6-я новость, 6-й релиз на сегодня, и, честно говоря, на этом я бы сегодня и остановился. Потому что и вас не очень хочется перегружать информацией, и мне всю эту информацию для того, чтобы вам рассказать, нужно пропустить через себя. Дневник Макорщика выходит раз в 2 недели, иногда новостей от хороших групп к этому моменту накапливается очень много, я их вижу, как-то для себя отмечаю, но просто физически не могу иногда все охватить. К тому же среди зрителей Дневника Макорщика есть куча людей, которые сами играют в группах, какие-то в эмошных, какие-то в околоэмошных, какие-то играют вообще другую музыку, но все они хотят, чтобы я рассказал про их банду, про их новый альбом или про их там новый сингл. В этой программе активно закидывают меня сообщениями и обижаются, если я не реагирую. Честно говоря, я пока не знаю, что с этим делать. Хочется, чтобы мне и самому было интересно делать эти выпуски, рассказывать про то, что я сам действительно считаю годнотой. При этом не хочется, чтобы эти выпуски были сильно длиннее 10 минут. Статистика показывает, что в таких случаях большинство из вас их просто не досмотрят до конца. Ну и в принципе, когда слишком много информации, то, короче, информации не должно быть слишком много. Ну и также
понимаю, что если я начну рассказывать про что-то, что сам не считаю сильно годным, то как-то качество контента тоже ухудшится, и людям, которые не являются участниками этой группы, их друзьями, будет не очень интересно на все смотреть. В то же время и молодым группам иногда хочется помочь. Мне тут посоветовали в таких случаях просто говорить о таких группах в качестве рекламы, с какой-то минимальной оплатой этой рекламы, тогда это хоть как-то будет оправдано, а средства будут идти на развитие канала. Давайте, если вас устраивают такие условия, тогда пишите, а если нет, тогда я буду рассказывать про то, что мне нравится самому, или бывают какие-то группы, которые мне, возможно, не очень нравятся, но я понимаю, что они, реально какие-то авторитеты в ПМ-музыке, и, соответственно, они достойны того, чтобы о них рассказать. В общем, очень прошу никого не обижаться, если я там не сказал про какую-то вашу команду, а просто, постарайтесь поставить себя на мое место и поставить себя на место незаинтересованных обычных зрителей этой программы, которые заинтересованы, просто в хорошем контенте. Это не отменяет того, что если вы знаете о каких-то годных новинках, которые я упустил, можно писать о них в комментарии, я постараюсь ознакомиться. Если это окажется годнотой, с удовольствием расскажу о них в ближайшем выпуске дневника Макорщика. На сегодня по новостям все. Недавно группа Стигмата выпустила клип на песню «Цунами». Я решил сделать видео, где мы с гостем разобрали этот клип. Я высказал какие-то свои мысли, гость свои. Видео это лежит на нашем YouTube-канале, кому интересно, посмотрите. Также на днях вышел новый выпуск программы No Mercy Top с группой 4 апреля. Мы пересеклись с ними в Твери, в клубе, который назывался... Мы пересеклись с ними в Твери, где совместно с 4 апреля играла моя группа. Кстати, очень классный получился концертик. Мы 3 года назад уже приезжали в Тверь и играли тогда также с 4 апреля. И оба раза на эти концерты приходило много народу, и народ этот был прям, очень душевным. Сразу после нашего выступления, сразу перед выступлением 4 апреля, ко мне подошел Сережа, позвал на мерч и спросил, может ли он взять нашу футболку в обмен на их. Это было очень приятно, к тому же футболки в себе Сережа отыграл концерт. В общем, все было очень по-доброму, очень френдли, всегда бы так. Так вот, к чему я все это? В Твери мы сняли выпуск No Mercy Top с 4 апреля, получилось весело. Местами я бы даже сказал, что достаточно угарно получилось. Ролик этого сможете найти, если перейдете на YouTube-канал No Mercy Radio. Собственно, он там сейчас один из последних. Самое главное, второе, это чай сагандаля. Не чай, а добавка. Добавка в чай. Сагандаля, это если, нет денег у тебя на кокаин, то просто 3 травинки в чай добавляешь. Никаких отходов еще нет. Где вы такой попробовали? Также в Твери мы спонтанно сняли парня, которого многие знают как Владимир Вечный или просто Вечный. Я думаю, что его многие знают как в Твери, так и за ее пределами. Он вполне такой успешный, популярный YouTube-деятель, и ему не чужда эмо-музыка. Он сказал мне, что смотрит дневник Макорщика, я думаю, что сейчас смотрит и этот выпуск. И у нас с ним получилось такое незапланированное интервью. Во-первых, давай здоровимся с тобой. Я приехал в Тверь, а тут ты... Я приехал только из-за тебя, Я живу в соседних дворах и ни разу просто в этом клубе не был. Я, кстати, тоже первый раз в этом клубе. Расскажи, как эксперт по Твери, как тут вообще с движем? Вообще просто полный ноль на самом деле. После того, как закрыли клуб от заката до рассвета, где было все просто потрясающе. Сюда уже приходишь и видишь, ты сам должен был видеть, что тусила исключительно Мария Киттенс, и все. И уже нет такой хрени. А я такой антисоциальный человек, что если толпа не тусит, я тоже не могу тусить. И поэтому все стоят, и все. И ничего не происходит интересно. Может, расскажешь немного о том, что ты сейчас слушаешь? Что ты из нас старого любишь слушать, ностальгировать? Что из нового? Я люблю ностальгировать под 120 децибел. Это потрясающая группа, про которую я, кстати, говорил, что ты про нее рассказал. Мне нравится, когда расскажешь про группу, и просто 120 децибел обязательно. Там Денис Балабанов или Бабанов, сам единственный раз я у него интервью просто. Мне кажется, ты сможешь лучше про них рассказать, потому что я обычно рассказывал про тех, с кем я лично знаком, и, соответственно, мне есть что сказать. А вот эта группа, я ее только слышал в записях, и ни с кем из участников я не знаком. Я пытался сделать ролик недавно про Suicide Silence, ты не видел, я не знаю, я сравнил вокал нового и старого вокалиста, и ролик просто не зашел. На моем канале не воспринимают такое, у тебя больше аудитория такая подверженная к этому, и я просто жду 120
децибел, все, я вот дневником окорщиков, тогда зацибел, все, блядь. Ну вот как минимум ты упомянешь, видишь, об этой группе теперь. Я постоянно о ней упоминаю, говорю, что слушаю, ла-ла, но это не особо влияет. Я им говорю, я им, короче, предлагал такую хрень, типа, давайте я стрим замочу, соберу, типа, денег, короче, и вы приедете, тупо выступите. Но он даже вот от этого отказался, что неважно, сколько там будет в зале, даже если один там нахер буду, мне без разницы будет, чтобы главное они сыграли. Боба корпоратив, мне кажется, типа, ты их заказал для себя. Ну, может быть, но факт остается фактом, что они просто уже не играют вообще никак. Ну, окей, а какие-нибудь старые команды еще гоняешь в плеере, там, вспоминаешь? Да, много чего вспоминаю, мою постоянно вспоминаю, причем, как ты и говорил, что твои знакомые говорили, что последний альбом лучший, последний альбом действительно лучший, вот этот вот DI-альбом, он потрясающий просто был. Окей, а из нового? Ну, из нового вообще чисто эмакор я уже не слушаю, я уже перешел на такое, там, джаз, классика и все подряд. Вообще, ну, просто мешанина, короче, в плеере. Если меня послушать, то человек неподготовленный скажет, что ты идиот. Окей, как тебе, ну, он же не новый, но назовем его новым альбомом Bring Me The Horizon. Я писал, что, ну, парни просто делали коммерческий альбом ради денег, мне просто такое не понравилось. Но у меня в плеере есть песни, я как бы могу послушать несколько, но они не западают в душу. Видишь, в чем суть всей этой музыки, которую мы слушаем сейчас из старых, она западает на определенные моменты, короче, в твоей жизни. То есть там посрался с девушкой, там еще что-нибудь, и из-за этого ты это переслушиваешь. Сейчас уже такого нет, я вот хожу как говно, и все. Ну окей, что-нибудь, может, посоветуешь, какие-то пожелания зрителям Амакорщика, зрителям твоего канала? Да, я посоветую побольше стафа носить, потому что я сегодня сюда пришел, единственный как олень в пирсинге. Я просто не вижу публики, которая была там в 2010-2011 году, ее просто уже вообще нет. Мне кажется, тут сегодня просто публика очень молодая, 4 апреля их слушают. Ну, достаточно молодая публика. Ну я же их слушаю, я не такая молодая, смотри на мои морщины. Ну ты скорее исключение из правила, а вот само правило такое. Ну просто я к тому, что люди перестали носить такой став и продвигать тем самым такое неформальное сообщество, да. Я пришел сюда, и я чувствую себя здесь немного, ну, не в теме, короче. Как будто я натуре один из 2007-го с друганами пришел, и все, блядь. Больше, ну, зато видишь, тебя люди видят, бодрятся, фоткаются с тобой. Ну, это был один человек, просто случайно, короче. Мне цель-то говорить. Ну, это просто так. Ладно, все, спасибо, был рад увидеться. Всем спасибо за просмотр, буду рад вашим лайкам и комментариям, как проявлению какого-то фидбэка. До встречи на эмо-концертах, ну и, в принципе, до новых встреч. Это все шутка. Стоп, остановка сердца.